Москва удивлена заявлениями о концентрации российских войск на границе с Украиной, поскольку президент России Владимир Путин дал указание об усилении охраны границ несколько недель тому назад. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его словам, меры на границе принимаются в связи с тем, что значительно участились случаи ее нарушений, в том числе и военной техникой. Что касается количества вооруженных сил, то оно определяется потребностями для обеспечения должного уровня безопасности границы, подчеркнул пресс-секретарь. Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу на закрытом заседании Государственной Думы подтвердил переброску российских войск в приграничные с Украиной регионы. Ранее Североатлантический альянс зафиксировал появление нескольких тысяч новых солдат России вблизи границы с Украиной.